Под Ухтой сотрудники ИК-29 пресекли попытку передачи заключенным мобильных телефонов и сим-карт. Отправитель запрещенной посылки некогда сам отбывал наказание в этой исправительной колонии, освободился и вновь вернулся к знакомому забору. 1 сентября сотрудниками ФКУ ИК-29 УФСИН России по республике Коми был задержан молодой человек, который пытался перебросить запрещенные предметы на режимную территорию, а именно 14 телефонов и 2 сим-карты. В отношении данного гражданина были составлены материалы об административном правонарушении. Нелегальную передачку конфисковали, а 24-летнему безработному ухтинцу придется заплатить штраф до 5000 рублей.